нежные, а вот сохранение с развитием. Вот для меня представляется, что это самое главное, что сохраняя подлинное и развивая его, вот эта самая тенденция, самая драгоценная для нашей культуры, для русской культуры. По-моему, вот Северный хор, он как образец. Все же сейчас много очень хоров и много, как говорится, как бы достижений, но это все очень часто бывают мнимые достижения. А вот подлинное достижение именно в том, чтобы и сохранить, и развить, и приумножить. Поэтому за ваш труд, спасибо. За то, что вы это успеете, да, крепло, здоровья, и всех благ.